Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії Наталія Ігнатенко. Добрий вечір. Посяджение Міжурадовой белорусско-казахстанской комиссии по гандлёво-экономичным супрацовництве отбылось у Гомеле. Казахстанский бок выказал жадание ближе познайомиться с деятельностью открытого акционерного товариства «Гомсельмаш». Зараз перед урадами двух краин стоит задача развивать супрацовництво у галине машинобудаўніцтва. Гомельскому предприемству в этом процессе отводится важное значение. Подробязности в сюжете наших корреспондентов. Свою работу у Гомеле члены Міжурадовой белорусско-казахстанской комиссии по гандлёво-экономичным супрацовництве почали со знакомства с новинками «Гомсельмаша». Суместная вытворчасть сельгастехники – одно из ключевых пытаний у парадку дня сустречи. Отповедный опыт уже есть. У Казахстане дейничая суместная вытворчасть «Агромаш Холдинг». У минулом годе компания выпустила свыше 200 комбайнов. Все лето плануется повеличить могутности до 500 одинок техники. А кроме того, зараз рыхтуется масштабный белорусско-казахстанский проект – створение суместного индустриально-технического парка у городе Кокшетау. И он будет выпускать сельскохозяйственную и коммунальную технику. И тут для гомельского вытворца сельгазмашин открываются новые перспективы. Мы видим потенциал больше в Казахстане и значительно больше. Сегодня наша доля продаж, она хотя и растет каждый год, но еще только превысила 40%. Но у нас есть достаточно много сегодня возможностей по увеличению продаж в Казахстане. У целом, подчас посяджения Міжурадовой белорусско-казахстанской комиссии по гандлево-экономичным супрацовництве баки обмерковали больше, как 20 пытаний. Спектр довольно широкий. Транспорт и логистика, проектование и будовництво, космичная и энергетичная сферы и многое иншее. Важное место отвели теме супрацовництва у сельской господарцы. Казахстан, как и Беларусь, аграрная держава. Тому у этой галине для партнера открывается широкое поле для суместной деятельности. В свое время в Казахстане, в наши южные регионы, в больших объемах выращивали сахарную свеклу, это Алматинской, Жамбылской области. К сожалению, последние годы мы эту культуру начали терять. Если мы начнем в больших объемах, восстановим даже тот объем, который был раньше в советское время у нас в Казахстане, то у нас появится потребность именно в сельхозтехнике, которая будет участвовать в уборке там сахарной свеклы. Выником белорусско-казахстанской встречи стало подписание программы супрацовництва у галине физической культуры и спорту помеж министерствами двух краин. Досягнутые попередние домовленности по некоторых важных пытаниях, у тым лику по дорожной карте развития двухбокового супрацовництва на 2017-2018 годы. Хотелось бы поблагодарить казахстанскую сторону за очень конструктивный диалог, потому что разговор был такой очень конкретный, я бы сказал, очень дружественный. Что, в общем, подтверждает тот уровень наших двусторонних и торгово-экономических, и политических взаимодействий. Конечно, в общем, благодаря нашим лидерам, я думаю, мы и дальше будем достаточно тесно и конструктивно сотрудничать. Наступное посяджение комиссии отбудется в 2017 году у Казахстане. Настасья Кучинская, Сергей Нигеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Уборочная кампания набирает обороты. Зараз у Беларуси убрано каля 10% площадь. Гомельская область является лидером жнива, завершена третья частка уборочных работ. Намолот сбожжа больше, как 300 тысяч тонн, складая каля половы от агульно-республиканского каравая. А май что день на палетках заявляются новые комбайнеры и водители-тысячники. Сегодня у Хойницким и Речицким районах передовиков со значными працовными досягнениями веншовал министр сельской господарки Харчава Республики Беларусь Леонид Заяц. Дмитрий Котов с подробязностями. На палетках КСУП Суткова часовый перапынок. И связанный он с приемной подеей. Экипаж Леонида Краученки и Евгена Суденки первым у Хойницким районе намолотил 1000 тонн сбожжа. До речи, на айчинном комбайне GS-1218 вытворчасти Гомсельмаша. По этому показчику механизаторы первые и на Гомельщине. Для Леонида Краученки это уборочная пятая, а воз для напарника первая у житти. И одразу такие удалый выник. Это моя первая уборочная. Тут так получилось, что сразу 1000. В принципе, работать как бы тяжело, скажем так. Но стремимся. Хорошо, что есть такой опытный наставник, помогает, направляет и подсказывает.
Віншують передовиків і у сусіднім Речицькім районі, у Калгасі 50 год Кастрычніка. Міністр сільської господарки і харчування Леонід Заяць особисто виказує подяку кожному і раїть не зменшати обороти. Далі вручення подарунків і виступлення місцевого колективу самодійності. Особливо урочистим моментом стало вручення міністерської грамоти керівнику Калгаса Ригору Шпакову. Гэты чалавек – сапраўдная легенда. На своїй посаді знаходиться уже 48 годов. За шматгадовую працу отримав немало. Мало узнагород. И говорить, яны завсёды натхняют на новые поспехи. И, конечно, я получаю очень большое удовлетворение. И мне, несмотря на свой возраст, хочется еще работать с людьми. Ну, почему? Потому что я людей люблю. Люди доверяют мне. Значит, и у нас получается. Значит, в нашем хозяйстве... На темпах сёлетней уборочной крыху сказывается зменливое надворье. Некольки дён у многих районах нашей краины и шли амаль бесперапынные дажджи. Однако вызначальным у барацьбе за ураджай гэта стать не повинна. Есть определенная стратегия и тактика уборки зерновых культур. Поэтому делаем большому счету все для того, чтобы убрать сегодня первую очередь полёглые хлеба, которые необходимо качественно поднять, обмолотить, не допустить потерь. В течение 19-20 дней мы должны убрать полностью весь хлеб. Покуль першая по темпах работ господарки Гомельшины. Тут убрано больше, як треть площад и намолочено свыше 300 тысяч тонн збожжа. Есть усе подставы мерковать, что сёлетний урожай будет лепше за минулогодний. Средняя урожайность зараз по краине складает 32,5 центнера с гектара, что на 4,5 больше, чем летось. Нам необходимо не просто убрать, а убрать и обеспечить заготовку. Заготовку государственной резервы в объеме 1 100 000 тонн. Это пшеница, рожь, крупяные, другие культуры, чтобы обеспечить, безусловно, полный достаток именно в продукции хлебопечения, макаронных изделиях населения нашей республики, сформировать экспортный потенциал для реализации на рынке третьих стран. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» с Хоницкого и Решицкого районов. Рынок агротуристичних послуг Гомельського регіону має перспективи для поширення. Такого міркування притримлюються місцеві влади. У гэтыя дні у районах в області проходять зустрічі представників державних структур, бізнесменів і усіх, хто цікавиться розвитком агротуризму. Настасія Кучинська розкаже більш подробязно. Гомельская область зараз переживає другую хвалю інтересу до агротуризму. Для одних это видатная махшимость относно танного отпочинку, для інших не самый складанный вид бизнесу. За минулый год у агросядиба Гомельского региона отпочили 27 тысяч человек. Прикладно полова з їх туристы з-за мяжи. Як означає на сустрече у Гомельском райвиконкаме начальник областного управления спорту и туризму Дянис Язерский, зараз есть подставы различивать, что гэтые лічбы будут повеличиваться. Тому же хоро региона зараз есть махшимасць заявіць пра сябе на рынку агратурыстычных паслуг. Тым больш, што рэгістрацыя аграсядзівы даволі простая працэдура. Необходимо обратиться в местные исполкомы, в местные сельсоветы, написать заявление и раз в год отчитаться в налоговую инспекцию о проделанной работе. Можно, в принципе, бизнес этот строить своими руками и работать на своей земле. Сустреча по перспективах развития агротуризму прошла и в Мазырском районе. Тут до уделу так само запросили громадян, которые стоят на улику в центрах занятости. Специалисты еще раз подкресливают, открытие агросядибы для людей, у которых есть приватный дом, не складанный процесс. Как покрыть выдатки на его подрыхтовку, до приема наведывальников можно отримать допомогу от державы, взять банковский кредит с низкой процентной ставкой, те отримать субсидию, звернувшись у центр занятости. Для жителей города с городской регистрацией выделяется 11 бюджетов, для сельского населения 15 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день в недоминированных суммах это составляет 25 491 тысяча или 2541 рубль. 11 бюджетов это 1869 рублей и 34 копейки. Зараз у Гомельской области працуе каля 200 агросядиб, и на думку специалистов нам есть куды расти. Например, на Витебщине месяцев для такого загородного отпочинку амаль у два раза больше. При этом поток туристов у нашем регионе сильнейший. Так что места на этом бизнес-рынку покуль застаются. Настасья Кучинская, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».
Суботние телефонные линии мясцовых органов улады протягивают свою работу. Завтра жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до первого наместника старшини Гомельского облвыканкама Александра Викторовича Миколуцкого. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомели 75 12 37 с 9 годин раницы и до 12. У гэты час на пытание гомельчан откажа наместник старшини гарвыканкама Сергей Евгенович Андреев. Номер телефона 75 63 33. 25 лепеня у Беларуси будет означаться День пожарной службы. История этой структуры в нашем регионе наличивая амаль 120 годов. Дарэчы, у этой дни у Гомеля идет подрыхтовка до святочных мероприемств. Завтра на пляцовце каля Лядового палаца пройдет показ пожарной аварийно-воротовальной техники. Так само у программе выступление взвода гоноровой варты Гомельского инженерного института МНС и воротовальников пожарных с выкористанием специального узброения. Побач разместятся дитячие гульнявые пляцовки и фотовыставы. Гостей мероприемства так само чакая святочный концерт. В Жлобинском районе проходит областный туристический взлет працующей молоди «Одинство-2016». Его организаторами являются Головное управление идеологичной работы, культуры и по справах молоди облвыканкама, Жлобинский райвыканкам и районная организация БРСМ. До урочища дня праздника съехались сотни людей из усёй Гомельщины. Как налаживается быт у палаточном лагере и за что змагаются его удельники? На месте подеи высветляла Ганна Ковалева. На крутых берегах Дняпра в Жлобинском районе на несколько дней вырос целый палаточный город. Сярод его жыхароў, урачы, педагоги, работники промысловости, правоохоўники, представники многих інших профессий и сфер деятельности. Працюючую молодь из усёй Гомельщины тут собрал областный туристический взлет «Одинство-2016». Вообще Жлобинская земля – это в плане туристических слетов, это очень, так сказать, поднатасканная земля. Поэтому эта площадка нам родная, мы знаем все нюансы, где какие-то минусы, какие-то плюсы. Поэтому, собственно, здесь и решили проводить районный туслет. А в целом, друзья, занимайтесь спортом, любите спорт. Туристические слеты – это очень хорошо. Это, мне кажется, это лучшее времяпрепровождение летнего периода нашей жизни. Дарэчы, господарами взлета в этом году жлобинчане являются не выпадково. Миновито яны летой стали переможцами. Тады команда со Жлобина лепш за усих проявила себя у спортивных и творчих конкурсах. И одночасово отрымала право провести наступный взлет на своей территории. И отдых, и новые друзья, новые знакомства, да, новых и впечатления. И в первую очередь это отдохнуть от трудовых рабочих дней. Это замечательно просто. Очень интересные конкурсы проходят, в которых мы принимаем активное участие. Вот на данный момент был конкурс песни, на котором мы заняли первое место. Очень рады этому. Усяго у программу унесли каля 10 конкурсных выпробований. У самый складанный этап туристического спаборництва прошел на другий день взлету. Дистанцию у 1,5 километра командам треба было пробегчи худшие за соперников. На первый погляд задача не тяжкая, однако на шляху до финишу их чакали небеспечные выпробования. Например, пройти по подвешенным бервянети, по канате, натягнутым каля 20-метрового обрыву. Вот только что финишировали с ребятами. Полоса была легкая, но казалось, что она была очень тяжелая. Но все оказалось неплохо, мы с ребятами остались довольны. Первый раз вообще в походе, в каком-то вот именно с палатками. Очень интересно, очень много знакомств. Самое главное то, что весело. У гэтым годзе злёту спаўняецца 12 гадоў. Кожны раз ён прымае ўсё больш і больш удзельнікаў. Так, летась ён сабраў каля 300 чалавек. У гэтым жа годзе ўжо 450. Ганна Кавалёва, Валерый Гапанько, Тэлерадо, кампанія «Гомель» са Жлобінскага района. На выходных у регионе потеплее. Как поведомили у областным гидрометцентры, у ночь на субботу месяцами, а у день на большей части территории в области пройдут короткочасовые дожди. В особных районах навальницы. Ветер полночный 4-9, при навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру складе от 10 до 15 градусов у ночи и от 22 до 27 у день. У наступные сутки чекается повышение температурного фону. Будет до 18 градусов у ночи и до 29 у день. Магчымыя опадки. У ночь на понеделок слупки термометров будут показывать от плюс 13 до плюс 18. У день поветра прогреется до 26-31 градуса. Местами пройдут короткочасовые дожди, не выключены навальницы.
Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Добрых вам выходных дзён і да новых сустрэч у эфіры.